С 1 декабря дети не смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода. Данная система внедрена не только в общественном транспорте Актау, но и в автобусах, следующих в Муналинский и Тупкарганский районы. Причиной тому является подделка электронных чеков и оплата по заниженной цене молодыми людьми старше 18 лет. Однако это не означает, что дети в возрасте от 7 до 18 не смогут совершать электронные платежи. Теперь подростки могут оплатить проезд в автобусе любым банком или транспортной картой O-City. Транспорт картада алган, ягни мектеп окуучусу студент болсун. Школьник или студент может получить транспортную карту при наличии удостоверения личности. На ней будет указана информация о годе рождения. После достижения 18-летнего возраста карта автоматически меняется на взрослую. Что касается того, где взять эти карты, то любой желающий может приобрести их в магазине Q-City, расположенном в Орбита возле дома 15 в 6-м микрорайоне, при наличии удостоверения. Цена карты 370 тенге. По ней можно дважды провести оплату, а далее пополнять при необходимости.